Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 135. Вот такой экземпляр приехал ко мне на ремонт. Итак, капот, усилитель бампера, бампер, фара, правое переднее крыло меняется. Ну что, открываем капот и смотрим. Телевизор. Тоже сломан, согнут, тоже меняется. Ну что, разбираю. Итак, разобрал. Левый лонжерон согнут вот здесь. Правый лонжерон здесь. И вот здесь. Очень неудобно. Двигатель вынимать не буду. Ну что, начинаю ремонт. Сначала я вытягиваю правый лонжерон. Начну с него. Итак, первичные рихтовочные работы лонжерона закончены. И мне нужно вырезать вот этот кусок лонжерона. Высверливаю. И удаляю. Окей, эту часть лонжерона удалил, и сейчас мне видны и есть доступ вот к этим заломам. Итак, натягиваю и выравниваю эти заломы. Итак, лонжерон отравнял. Теперь подгоняю отрезанную часть. Она тоже была деформирована. И затем привариваю ее на место. После чего зачищаю все сварочные швы. И как бы лонжерон будет готов. Ну вот, лонжерончик сваренный, зачищенный. Привариваю еще некоторые части.
И с этим лонжероном закончено. Теперь начинаю ремонт верхней части боковины, которая была согнута. Верхняя часть довольно-таки мягкая, ведет легко. Тут мне пригодился инструмент для ПДР. Подравниваю все. И как бы здесь тоже закончено. Итак, правая сторона готова. Теперь приступаю к ремонту левой стороны. Итак, вот этот заломчик. Но тут работы уже меньше, залом меньше. Ремонтирую. Итак, левый лонжерон тоже в порядке. Теперь я примеряю телевизор и корректирую некоторые части кузова. Затем примеряю капот. Итак, зазор нехороший. Ну что, корректируем это место. И выставляю все зазоры. Ну что, как мне показалось, я все поставил на место. Все зазоры должны быть в порядке. Прикручиваю рамку радиатора. Затем прикручиваю усилитель бампера. И собираю все остальные части морды. Итак, все зазоры на месте. Все. Примерил бампер фары. И теперь я опять все это разбираю. Для того, чтобы покрасить отсек двигателя. Шпаклюю, грунтую, крашу. Затем это все опять собираю на место. Только уже с радиаторами. Итак,
шпаклюю, грунтую, крашу остальные части машины. Ну что, эта машина покрашена, собрана, то есть ремонт этой машины уже закончен. Ну а я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, с вами был Артур, подписывайтесь на мои новые видео. Пока!